Пожалуйста, у вас двое. Я пошел. Концерт. Да. Вы впервые видите этот постановку? Нет, я видела в интернете кусочки, но, конечно, ощущения в зале совершенно другие. Я в восторге, они волшебники, они колдуют на сцене, и мы все в гробовой тишине просидели, никто не шевелился. Это показатель, это высокий уровень. Поэтому они молодцы. Я счастлива как преподаватель, что вот мой ученик такого. А я счастлива как мама, что у нас был такой преподаватель, что Андрюша привлекли в музыкальную школу. Она. Это она. Вообще вот крутая барышня. Да. Да. Держите ее. Все. Я хочу.